Вчера облачка все-таки рассеялись, и мы решили остановиться на этом озере, на озере Джангсколь, с ночевкой. К сожалению, ночью было облачно, шел небольшой дождь, или просто с этой облачности до нас капало, но ночью звезд видно не было, к сожалению. Но что поделать, погода вещь такая непредсказуемая. А рядом с нами ночевала еще одна компания. Готовимся завтракать, и сегодня мы уезжаем отсюда. Почти собрались. Собираемся в обратную дорогу. Старая юрта, неизвестно когда построенная. Ну вот, очередная водная преграда. С нами еще едет маленькая машинка, сузучка. Обратно по уже известной дороге было ехать намного спокойнее и проще. До Курайской степи мы ехали не одни. К нам присоединились наши соседи на Сузуки Джимни. Один ручей. Водителю Джимни, конечно, пришлось потруднее, чем мне. Машина хоть и проходимая, но воздухозаборник у нее все же находится ниже, чем на Прадо. Но броды он преодолел достойно. Только в одном месте немного забуксовал. Но без проблем выехал сам, без посторонней помощи. Как и с предыдущими товарищами на микроавтобусе, наши пути снова разошлись. Путешественники на Сузуки Джимни поехали на юг, в сторону плато Укок. А мы же поехали на север. Вообще по плану мы хотели на 5 минут заскочить на окташский ретранслятор, а потом доехать до перевала Ачик и там заночевать. Но нашим планам не суждено было сбыться. Ну и вот, преодолели мы все броды и собираемся покидать Чуйский хребет. Пока-пока, Чуйский хребет. Когда-нибудь увидимся снова. Набираем воду у источника святого с серебряной водой целительной. Идем на гейзерное озеро. Куча монет валяется в ручейке. Избушка бабки Ёшки. А это сама бабка Ёшка со Змей Горынычем позади. Знаменитое гейзеровое озеро, расположенное неподалеку от поселка Акташ. По краю, только вот там где-то. Я-то думал, что сама вода такая зеленая. Такого цвета дно у озера. Вода кристально чистая. Движуха на озеро. Поднимаемся на ретранслятор.
доехав до Акташа и пополнив запасы бензина и продуктов, мы поехали на ретранслятор. Что можно сказать про дорогу? Она сложная. Реально сложная. Хотя позже я и увидел стоящий на вершине Renault Duster, я бы на кроссовере не решился бы поехать по такой дороге. Путешественника здесь ждет постоянный набор высоты, вкупе с большими валунами, между которыми приходится лавировать. Дорожный просвет Прадо позволяет относительно без проблем это делать, а вот более низким машинам придется несладко. Основная рабочая лошадка экскурсоводов – УАЗ «Буханка». Практически весь подъем иду на пониженной передаче. С перегревом трансмиссии или двигателем проблем не возникало. Поднявшись на саму вершину, нас ждало большое разочарование. Погода испортилась, налетел ветер, дождь, видимости не было. Делать было нечего, и мы начали спуск обратно. Успел только заснять несколько таймлапсов по дороге на вершину. Чудо-юдо спускается с горы. Вход в шахту Акташинского рудника. Подъем и спуск на ретранслятор заняли больше времени, чем мы предполагали, поэтому на ночевку в район перевала Ачек мы уже не успевали. К тому же погода не давала поводов для оптимизма, поэтому останавливаемся в первой попавшейся придорожной турбазе на ночлег. Завтра попробуем доехать до Ачека, но ночевать там мы уже не будем. Судя по прогнозу погоды, идет сильный дождевой фронт с Хакасии в сторону Алтая, а поскольку возвращаться собираемся через Артон, то нам лучше поторопиться.